В день города в Копейске работало сразу несколько праздничных площадок. Одна из них находилась в старом центре, на площади Красных партизан. Интерактивная выставка, которую здесь организовали, еще раз доказала, что наш округ богат талантливыми людьми и по праву может считаться многогранным. Копейский Арбат буквально пестрел яркими красками картин, гобеленов, украшений из камня и поделок из дерева. Выставочные образцы привлекали взгляды копейчан. Глава округа тоже не смог пройти мимо. Особенно его заинтересовали работы Сергея Грицая. Уже более 30 лет наш земляк занимается резьбой по дереву. Через малую скульптурную форму автор воспроизводит сюжеты, персонажами которых становятся герои нашего времени. Работы художника неоднократно выставлялись на всероссийских и областных выставках народного творчества. Были представлены в Москве. В основном береза. Наспорт сделал, говорит, чтобы мы сказали, никто такое сделать не сможет, а Сергей сделал. Это в интернете, они там международный сайт. Ну, не важно, сайт, важно, там, что он достиг. Там у них спор был. Сделай. Помимо выставки прикладного творчества, копейчане смогли поучаствовать в нескольких мастер-классах и своими руками создать маленькие произведения искусства. Невозможно было пройти мимо выставки работ, представленных воспитанниками станции юных техников. У них каждый второй экспонат воплощал в себе торжество технической мысли. Встречали многочисленных гостей на своих площадках и национальные центры. Они демонстрировали костюмы, предметы быта, знакомили горожан с обрядами и обычаями своих культур. Для тех копейчан, кто обошел все выставочные площадки, на сцене выступали коллективы художественной самодеятельности города. В концерт вошли яркие вокальные и хореографические номера. Жители, которые собрались в праздничный день на площади Красных партизан, по достоинству оценили старания организаторов. Вообще очень красиво везде. Все прикладные происходили, посмотрели. Вообще отлично все подготовились к этому празднику. Прям вообще в этом. Концерт понравился. Очень понравился концерт. Дети все, взрослые выступали, это очень. Но дети выступают, это вообще отлично. Все отлично выступали, короче. За все спасибо нашему всему руководству. Они заботятся, конечно, о нас, пожилых, и о молодежи также заботятся хорошо. Все. За все мы это благодарны. Да все понравилось, мне хорошо. Целый год ждали этого праздника. Еле дождались. И дай Бог нам еще дожить до следующих праздников. Да. Кульминацией праздника на площади Красных партизан стал пробный запуск нового фонтана.